Обязательно хотелось бы упомянуть наших любимых, вообще просто самых любимых созданий, которые здесь есть на этой территории. Здесь есть потрясающий шимпанзе, к которому мы постоянно ходим с детьми. За ними так здорово наблюдать, смотреть, что они делают. Они так похожи по повадкам на людей. И, конечно, это очень здорово, особенно когда они начинают как-то между собой переговариваться, как-то играть, обращать друг на друга внимание. Это здорово, и это просто прекрасно. На территории Ялта Интурист мы любим просто гулять, наслаждаться, лежать на пляже, лежать около бассейнов, ходить в спа-зоны. То есть, ну, все отлично, все супер. Огромный привет всем гостям отеля Ялта Интурист.